Курс по сагатам является курсом в записи, и вы можете его купить в любое время, то есть дата открыта. То следующий курс «Прочувствуй свое тело заново». Он про восстановление после тренировок с помощью самомассажа. Это моя новая разработка. Я его длительное время проживала. Я зашла через миофасциальный релиз. Я заходила с помощью индивидуальных тренировок. Ну, то есть, спасибо всем тем девушкам, которые приходили ко мне на индивидуальные занятия. Я поняла, с чем, с какими сложностями, с какими болями в теле сталкивается танцовщица, и не только трайбла. Так вот, данный курс станет отличным помощником в изучении анатомии танца для начинающих продвинутых танцовщиц в стиле трайбл и билли-данс. То есть это не только для трайбалов, для билли-данса тоже. Идея курса – научить танцовщиц понимать и различать напряжение в теле, которое возникает во время тренировок, ну, либо после, и снимать это напряжение, то есть уменьшать болевые симптомы в местах локализации с помощью методов самомассажа. И вот, знаете, вот это, наверное, не конечно, потому что мы будем где-то расслаблять, а где-то мы будем закачивать. Не бывает так, что в теле вот только расслабление, либо только закачка. Они настолько совмещены друг с другом. Я кое-что прочувствовала на себе, наверное, не до конца, и мой путь все еще проходит. Я все еще по нему иду, но на сегодняшний день могу сказать, что действительно, техника улучшилась, я знаю, как облегчить свою жизнь быстрее. И я знаю, как облегчить эту жизнь и вам, и уже практикую на своих студентах, уже помогаю им, и отзывы хорошие. И я вижу, что они по-другому входят в практики. С помощью этого курса вы установите связь с телом, научитесь прислушиваться к себе, анализировать свои чувства и ощущения, изучите анатомию билли-данса в теории, на практике у нас будет теоретика, практические занятия, вот на которых мы и прям разберем. Проанализируете вы свои ощущения после тренировок, возможно, это будет подспорьем для того, чтобы переосмыслить базовую позицию и некоторые движения, либо в Tribal Fusion, либо в групповой импровизации. Вы изучите основные приемы самомассажа и научитесь использовать их для себя и своих клиентов. Программа курса следующая. У вас будет в самом начале, покупая курс, вы получаете сразу 3 предзаписанных видеоурока с уроками по миофасциальному релизу. Они от 20 до 30 минут, чтобы разобраться, что это такое, как к этому подойти, а вдруг вам это не подойдет, а вдруг подойдет частично. Выбрать из всей вариации те упражнения, которые откликаются вам. Мы последовательно разберем вот на этих предзаписанных видео полный самомассаж с применением массажного ролла и одного или двух мячиков. Начнем с массажа стоп, далее перейдем к голени, мышцам таза, бедер, ягодиц, груди, спины, а также шеи. Шея это обычно очень кайфово. Таким образом, вы в четкой структуризированной форме получите от меня набор упражнений на каждый день, которые вы сможете использовать либо дома, либо в зале. До и после основной тренировки утром в качестве зарядки, либо, например, после тяжелого рабочего дня в офисе. Это тоже очень ценно. Когда я начинала, я использовала все упражнения, вот именно как такое расслабление после тяжелого эмоционального стрессового дня в офисе. И потом, фишка этого курса, что он очно-заочный. Этот курс, вот, каждый его поток, я уверена, он будет разный. Почему? Потому что я хочу пропустить каждую из вас через себя, чтобы мы вместе прошли этот путь. Так вот, мы вместе проведем 5 совместных групповых онлайн-практик. Несколько будет теоретика практических, несколько чисто практических. И вы сдадите мне запрос, а я дам вам практическое решение. И таким образом мы в группе, вот которая сформируется на каждый поток, сформируем определенное сообщество со своими болями, решим их, и у вас будет решение своей боли, а также боли соседей. Ну, либо если будет не так много интересных кейсов, то я вам поделюсь какими-то своими кейсами, а у меня, поверьте, их немало. Так как я работаю с тугоподвижностью грудно-поясничного отдела, я работаю с осанкой, я работаю со стопами, я работаю с крыловидными лопатками, то мне есть
чего вам рассказать.